Житель поселка Старый Городок Евгений Сингатулин помог спасателям эвакуировать людей из задымленных квартир. С ним встретился глава округа Андрей Иванов и вручил благодарственное письмо. Хотел встретиться, поблагодарить за спасенные человеческие жизни, за этот по-настоящему поступок с большой буквы. В этот сложный момент вы не растерялись, не дрогнули, действовали четко, решительно. Когда загорелся электрический счетчик в 12-м доме по улице Школьной, Евгений Сингатулин возвращался с работы домой. Увидев клубы дыма, он, не задумываясь, поспешил на помощь пожарным. Вывел на улицу из задымленных квартир девочку и пожилую женщину. Пошел черный ядовитый дым по всем этажам, и вместе с пожарниками охраны 121-й РЗ мы пошли по этажам стучаться по квартирам и эвакуировать людей.